Всем привет, с вами Егор Ярушин. И сегодня мы будем давать вам то, что у нас не получилось дать вам в марте прошлого года. Здесь, вот из здесь присутствующих, есть ли люди, которые были на том самом концерте? Кто думал, что это какой-то прикол изначально, что мы там типа решили так приколоться, всех отменяют, а нас отменили? Ты вот как бы, понимаешь, я в один момент тоже в это поверил, а потом такой, нет, я такого вроде не придумывал. Что ж, сегодня мы попытаемся каким-то образом компенсировать вам. Позже, ребят, подождите, только начало концерта. Поздно. Короче, что я хочу сказать. Мы очень рады сыграть для вас сегодня. Вчера мы играли в Москве, но мы же сегодня сделаем круче, чем было вчера в Москве, правда? Я тоже так думаю. Мы обещали, точнее, я обещал в своем телеграм-канале, что мы поиграем какие-то вещи, которых мы никогда не играли вживую. Поэтому примерно именно этим мы сейчас и займемся. Мы уже играли вчера. Ладно, ну, в общем, не суть. Давайте просто поиграем, ладно? Ну, так называется Best Belief, он с альбома Nix.
Пожалуйста, кто познакомился с нами и нашей музыкой благодаря моему YouTube-каналу и мною как блогеру сначала? А кто знал меня изначально как музыканта, а только потом как блогера? И такие есть, спасибо вам! Хорошо, если вы узнали меня как бы, это не важно на самом деле. Самое важное, это с какого альбома Abyss это начало происходить. Если это был наш крайний релиз «Пойми», который мы сегодня презентуем, поднимите руку. Таких совсем немножко, хорошо. Если это было с альбома Nix в 22-м году, поднимите руку. Так, чуть больше. А может быть кто-то с альбома Ignite 2016 года? Отлично, тогда вы не против, если мы сыграем вам песню с альбома Ignite? Отлично, эта песня называется Slipping. Санкт-Петербург, спасибо! Кто не подписан, всем подписаться. Прошу, очень-очень надо.
От количества подписчиков зависит количество рекламы, от количества рекламы зависит то, во что я одеваюсь. Пожалуйста, вот слов, давай. Я по кусочкам отдавал, и сейчас меня совсем не стало. Сейчас, наверное, самое лучшее время, чтобы сказать гигантское спасибо Сергею из группы Loners за то, что вместо уже второй год с Рущева ехать в Россию Миши, нашего ударника, он решил сыграть с нами сегодня, выучил все песни. У нас был клип, смысл которого поняла и на релизе очень мало людей. И сейчас очень мало людей. Короче, мы сняли какую-то херню, честно, просто, вот и все. Если вы, однако, знаете эту песню, то вы можете подпеть мне, я буду вам очень благодарен. Эта песня называется «Трансфол». Thank you.
its way. I wanna suffer with those feelings. Ah! Yes, I do believe that it's fate. All the suffering is feeling for so long. Your eyes will always be bleeding, and you'll always be there for me. So I'm standing to the steps when you fall. You'll fall. Для тех, кому все не нравится и которым вот это... Вот это вот у нас с Мариной будет концерт к 15-му дню рождения нашей группы. Но, я, пожалуй, спрячусь от бананов и гнилых помидоров, потому что концерт этот будет только в Москве. Но если вы захотите прийти на московский концерт... Нет! Один чувак. Если вы захотите прийти на московский концерт, то мы отправим вам специальный промокод, и вы получите скидку в 50%. Как так? Пойдет? За 50% можно? Даже в Москву? Так, что ж, мы сыграем для вас еще одну Old But Gold песню с нашего альбома. Первого полноформатного нормального альбома. Это был наш первый клип, это был наш первый нормальный человеческий сингл. Он вышел в 2016 году. И я рад, что эту песню мы все еще играем вживую. Она называется Brand New You, если вы ее знаете. Помогайте мне ее петь. You are the
Спасибо, Санкт-Петербург. Знаете, я хотел бы сказать огромное спасибо вот этому человеку, который немножко скромный, он постоянно прячется от глаз. Однако это самый важный человек в группе «Эбис Лошадьми». Этот человек не боится ездить в Россию, он не боится писать для вас музыку, он не боится для вас играть, и он очень искренне любит вас, поэтому я надеюсь, что вы его тоже любите. Мужчины, естественно, только платонической любовью, женщины могут какой-нибудь другой. Тем не менее, это самый важный элемент. И знаете, у самого важного элемента завтра день рождения. Ему исполняется 29 лет. Этот несчастный человек играет со мной уже 11 лет в этом году. Выдерживать мое говно 11 лет, это прям постараться надо. Поэтому, как видите, Вацлав полностью седой. Это у него не покрашено, это так просто вот работа со мной работает. Поэтому, сейчас, подождите секундочку, мне нужно кое-что проверить тут за сценой. С днем рождения тебя, с днем рождения, милый Вацлав, с днем рождения тебя. Что ж, давайте вернемся к материалу с альбома «Никс». Не «Никс», я постоянно буду... Он называется «Belong». Thank you.
Так, ну что ж, настало время мне в последний раз, отлично, замечательно. Вот и нажрался Егор Сергеевич, при этом вроде на сцене стоял. Так вот, последний раз, когда я буду мучить эту красавицу, которую, кстати, одолжил мне человек из Петербурга. А, покажи себя, пожалуйста, кто одолжил мне эту... Нет, это не вы. Вот это Варя! Точно ты? Не, на сцену ставить не надо. Сейчас секьюрити придут и... Не надо. Так вот, огромное спасибо. Иначе я бы на гитаре сегодня не сыграл. Дай ему одеться, он голый, блядь! А зачем вы мне гитару... одежду? Я думал, это мне. Обожаю футболки других мужиков, блядь. Скажите, пожалуйста, вам нравится концерт пока что? Меня все-таки, я озадачен двумя ребятами, которые просто супер просто прямыми лицами стоят такие, что... Следующую песню я лично вживую не особо люблю исполнять. Однако это один из самых любимых треков, судя по всему, с альбома. Теперь я правильно назову его название с альбома. Никс. Этот трек мы не переводили на русский язык, что вызвало бурление просто людей. Все ожидали, что мы его переведем, а мы его не переводили, потому что я его не люблю. Но мы сыграем его для вас на английском языке, если вы, конечно, не против. И храни меня, Господь, когда я буду исполнять. А вы будете помогать мне, я надеюсь. Поехали! Так называется монохром.
Сейчас время сыграть трек, благодаря которому вообще возникла идея перевести на русский какие-то треки. Я надеюсь, что вы поможете мне его спеть, потому что он дается мне под конец достаточно сложно. Но я уверен, что вы поможете мне. Это трек, который называется «Ножи». Ну что, народ, погнали? Погнали!
думаете, Мурина или Кудрова? Что ты показываешь? Что? Что? Да, 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 вот эта вот неконтролируемая толпа, которая каждый выкрикивает что-то, очень понятно, спасибо, ребят. А, не туда, не туда, спасибо, я рад, что ты вот оттуда шел, чтобы мне это сказать. Окей, у нас осталось для вас два трека, вы не против два трека еще послушать? Окей. Следующий трек, который мы для вас сыграем, это трек, который, наверное, является одним из самых популярных и первым, который набрал у нас какую-то популярность. Он с альбома Ignite. Пусть это будет для вас сюрпризом. Давайте сделаем вот так. Поиграем в ребусы.
Вы знаете, какая у нас на всех стриминговых платформах самая популярная песня? Там есть определенный там человечек. Я предполагал, что он, может быть, выйдет спеть в Москве эту песню со мной. Но он что-то не телепортировался со своих Пхукетов или где он там сейчас. А я очень ждал. Но ничего, обычно мне помогает зал петь его парт. Догадываетесь, что за песенка? Так сказать, знакомо? Узнали? Окей. Это наши последнешние. Во. Это наша последняя на сегодня песня. Я надеюсь, что вы опять же поможете, подпоете. Жалко. Да и плюс хочется уже Вацлавский день рождения отметить. Не то, чтобы нам было с вами плохо. Нам с вами очень хорошо. Поехали. Попросить вас не расходиться, а сфотографироваться с нами. Вы не против? Скажи, не знаю, откуда. Вот оттуда, вот отсюда. Скажи, где нам лучше. Отлично, все, проходи.
Так, на раз, два, три, усы кричим, да? На раз, два, три, кричим усы. Три, два, один, усы! И еще one more time, не боюсь этого слова. Три, два, один, усы! Спасибо большое, ребят. Скоро увидимся. У некоторых из вас есть даже на футболках человек, который присутствует в этой совместке. Это вокалист группы американской Sleeping with Sirens, Killing Queen. А песня эта называется In a Beauty. Ну что, Петербург, откроем нашу внутреннюю красоту? Я тоже так думаю. Поехали. Всем спасибо, все свободны.